за что тебя остановили? За что? Вообще, разный номер сказали. Разный номер? Видели на него? Грязный номер. Привет. А покажи мне, где грязный номер. Вот затёр, пусть не видно. А? Отойди, пожалуйста, машину отойди. Пацаны, вы ну, разводом реально... Какой развод? Ну что в нем не так? А ну скажи мне, пожалуйста. Ну что, ну нормальный номер? Ну нормальный, он читал. Вы его прочитали? Вы его прочитали? Я сказал, что заказал номер, все в порядке. Смотри, я хочу понимать логику, пацаны. Вы когда останавливаете машины, якобы у него не читается номерной знак, он грязный. Только есть одно но. Если такая же машина 3577, и почему-то его покрывают, значит, вам можно... Кому? Полицейский. Полицейский. Я пример ставлю посмотри, патрульного. Вадим, у нас сзади нормальные номера, а спереди. Не, вы просто пацанюру, я могу так сказать, если бы я не подъехал, ну что-то бы ему прилетело. Ну по-любому. Вадим, пацанюре. Прилетело. Ну что, ну сделали замечание, все, что да. За такое штрафы выписывать или что? Документы проверяли. Ну, сделали замечание. Слушай, а зачем документы проверять? Документы в каком случае проверяются? Сделали замечание, все. Нет, там, а тут, смотри, насколько я знаю, в ПДД написано в пункте 2.9В, а там нету замечания. Там нечитабельный, закрыты другими предметами, там... Ладно, водитель, у вас есть какие-то? Нет. Все. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Не нарушай правила движения. Да, не нарушай, я шефу сказал. А за что, как, подожди, за что они тебя вообще остановили? Номер нечитабельный, да? И то, что... Ну, что? Регионский раз спросили, откуда вообще как. А какая разница откуда? Я откуда, я сказал, что Одесса. Сейчас долгий был номер, потому что он затертый. Не, ну я его протер, чтобы чисто. Стой, подожди. Было. Вопрос. Вы его с 20 метров смогли прочитать? Точно не скажу. Как они тебя останавливали? Мигалками. Мигалы, дальше. Мажнули и все. А номера называли? Нет. Повезло, видишь, он сказал, что не. Давай. Не могу. Не могу. Друзья, ну как-то так. Если кто не знает правила дорожного движения, то немножечко подучите, и тогда вы не будете в такие ситуации попадать, как молодой человек. Все, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал.